На установление палат. Есть. Не, ну тут вы почитайте вот этот проект. Здесь просто уведомление. Не надо проект. У вас разрешение горисполкома есть на установление палат? Есть у нас уведомление горисполкома. Тут не надо разрешение. Ну, уже там что у вас есть? Вот смотрите. По национальному проекту вот, просто идет уведомление горисполкома. Ну, у нас есть такая бумага, просто она у меня будет. Ее сейчас можно привезти с собой. Там. Это мы в рамках этого проекта работаем. Вы сказали горисполкомы или исполкомы? Нет, нашего корабля. Ну так это не горисполкомы. То есть в данный момент у вас нету никаких документов. Пожалуйста, собирайте палатку, сейчас выборы проходят. Завтра, пожалуйста, устанавливайте уже. Хорошо. Приедет замглава администрации, у вас документов нету, это у вас... Ну, в данный момент нету, имейте право. Будут документы, к тому же сейчас выборы, понимаете, люди, наблюдатели... Спасибо, спасибо. Завтра, пожалуйста, устанавливайте, мы подъедем, посмотрим ваши документы. Спасибо. Я прекрасно понимаю, что ничего политического. Да, то есть... Вам тоже всего наикращего. Все, спасибо, до свидания. Мы молимся, чтобы наша Украина была под миром. Мы тоже, и боремся за это. Да, слава Господу.